Привет! 109-я серия турецкого сериала «Плен» выйдет 11 мая. С русской озвучкой эта серия появится в сети через несколько дней. Если вы хотите, чтобы Афифе понесла заслуженное наказание, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Когда полиция допрашивала Хиру в больнице, она еще не знала, что невиновна. Поэтому, чувствуя угрызение совести, она сказала, что Афифе чистила пистолет, и он случайно в нее выстрелил. Орхун злится на Хиру и не понимает, почему она не говорит правду. А ведь в этом есть его вина. Саадет хотела забрать Хиру из больницы, но Орхун не дал ей этого сделать. Он прямо сказал, что вам мало того, что вы устроили аварию родителей Хиры, так хотите еще навредить своей племяннице? Услышав это, Хира поняла, кем на самом деле является ее тетя. Она ужасно расстроилась и разочаровалась в ней. Когда Орхун покажет Хире полное видео, она поймет, что невиновна, и ей сразу станет легче на душе. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.